праздник мужества. День защитников Отечества отмечали в эти выходные по всей стране. Торжественный митинг с возложением венков к памятнику неизвестному солдату прошел и в Гродно. Десятки солдат и офицеров, ветеранов и курсантов пришли почтить память тех, кто сражался за нашу страну на протяжении всей ее истории. Слова благодарности и поздравления звучали в этот день как от армейских командиров, так и от представителей власти. По их словам, белорусская военная доктрина носит сугубо оборонительный характер. Подтверждение тому – наша история и те войны, в которых мы были вынуждены принять участие. Поэтому в нынешнем году, в канун 70-летия освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков, подобные мероприятия как никогда становятся поводом для молодого поколения к продолжению славных традиций белорусской армии. Праздник вооруженных сил, праздник защитника Отечества – это поистине всенародный праздник. Мы только защищаем свою землю, поэтому всегда держим порох в пороховницах. И сегодня как население, так и войска едины. И всегда будут верны своей родине, своему народу и своей белорусской земле.